Здравствуйте. Рассмотрим новую экспериментальную систему для орошения под названием фитиль. Для наглядности делаем эксперимент. Часть ткани опускаем в банку с водой. Примерно через 5 часов проверяем. Как вы видите, ткань полностью влажная. Имея небольшой огород, я перепробовал новую систему орошения. Для полива применял шланги, лейки, распылители, капельницы, корневой полив и многое-многое другое. Все эти системы хлопотные, требуют постоянной настройки и большого внимания, а порой и малоэффективны. Орошение по принципу фитиля является природным процессом. Влагу доставляет непосредственно в корневую систему. Также дает возможность доставлять удобрения и подкормку через водяные растворы непосредственно в корень. В открытом грунте этот эксперимент проводить еще рано, так как еще прохладно. И я все это делаю на мансарде. Жолоб для воды я изготовил с водосточной трубы диаметром 100 мм, распилил ее пополам, на оба конца впаял пластмассовые перегородки. Заполняем жолоб водой, делаем небольшой наклон на слив. Немножко забегаю вперед, открою некоторые нюансы. Когда все это дело я соорудил, усердно начал поливать. Утром первого дня залил в жолоб 3 литра воды. Через день залил еще 3 литра воды. На третий день с жолоба вся эта вода, 6 литров, полностью перешла в почву. И земля была чересчур влажная, то есть переборщил. Поэтому в дальнейшем, перед заполнением жолоба водой, я буду контролировать почву и подавать небольшие количества воды. Эту систему орошения я позаимствовал у корейских огородников. Эксперимент я начал 15 апреля. В комментариях прошу делать замечания и подсказки. Подписывайтесь на канал, где буду показывать результаты этого эксперимента. Всего вам хорошего, удачи!